Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Я наконец-таки вернулся из стран заморских и готов снова работать для вас. И сейчас как раз у нас на очереди, как вы видите, великолепный раллийный автосимулятор, продолжение величайшей игры Колин Макрей Ралли, вторая ее часть. Первая была и без того шикарной. Вторая, я считаю, развила этот успех и стала просто квинтэссенцией раллийных автосимуляторов. И, по моему скромному мнению, до недавнего времени она была лучшей. Причем сейчас ее смогла переплюнуть игра от этих же самых разработчиков Codemasters, это Dirt Rally, но это, в принципе, не сейчас об этом будем разговаривать. Вот. Ну, а вообще, эта часть, она, ну, как я уже сказал, развила успех, стала еще более близкой, ну, к идеалу, что ли, насколько это вообще было возможно тогда. Вот. Ну и... Правда, один минус у нее все-таки есть. Это потеря лицензии на официальные имена гонщиков. Вот. Но от этого, в принципе, по-моему, не слишком сильно она и страдает, если вообще страдает. А так, в принципе, во всех практически аспектах она, ну, улучшилась. Естественно, в первую очередь это и графически. Графика вообще здесь потрясающая. Я не знаю, как они смогли такую картинку из старушки PlayStation выжать. Тем более, что первая часть тоже выглядела прекрасно. Так, а я вот смотрю, что здесь что-то фамилию нельзя. Имя набрал. И сразу мне предоставили год рождения там. Ладно, давайте тогда я напишу то, как я... То, под каким именем, собственно, вы меня знаете. То будете там говорить: Виктор, кто это? Что это вообще? Непонятно. Вот. Ну, в общем... игрушка абсолютно классная. Я знаю, что многие хотели увидеть продолжение Колин Макрей Ралли, вторую часть, даже писали об этом. Ну вот, возрадуйтесь. И да, не удивляйтесь, я действительно 70-го года рождения. Вот, мне действительно 47-46 лет, да, правда. Естественно. Шутка, конечно же. То будет сейчас в комментариях там писать. Так, ну вот, собственно, вы видите перед собой меню. Видите, оно стало гораздо более таким лаконичным. И это мне очень нравится. Прям музыка, оформление шикарное. Вот эта вот менюшная музыка, она прям западает в голову. Абсолютно отлично. Вот. Тут есть у нас раллийный режим, как вы видели, есть аркада. В аркаде появилось некое подобие к кросса, мотокросса, точнее, ралли-кросса. Вот. Ну и мы, естественно, будем играть в раллийный режим, именно в чемпионаты. На легкой сложности я тоже проходить его не буду, потому что, по сути, мы будем ехать по тем же трассам, но меньше будет спецучастков там, поэтому зачем, я смысла не вижу. Поедем сразу на сложности Normal. Играть, как вы видите, тоже будем в английскую версию игры, потому что она русская, плохо переведена достаточно. Так, заставочка, послушаем. Крупный гравий и грязь на трассе делает эту трассу одну из самых быстрых в мире. От колдобин и рыбин на затяжных поворотах у гонщиков волосы встают дыбом. Но правда, за этим интересно наблюдать со стороны. <с
Ну вот так вот. Самое интересное, что, видите, вот в этих превьюшках этапов все равно озвучивают по-русски. Очень странная версия игры, конечно. Вот, ну вот перед нами меню. Тоже немножечко расширилось оно. Тоже чертовски стильная музыка и меню классно сделано. Здесь вот машина уже перед нами видна в 3D в полном. Вот. Ну и давайте ее немножко настроим. Нам предстоит, как вы видите, ралли Финляндии. Это скоростная трасса с большим числом прыжков, поэтому надо будет подвеску сделать помягче, повыше. Ну, сместим акцент назад немножко, чтобы задний мост у нас больше работал, чтобы проще было в заносы входить. А тормоза, как я люблю, смещаем немножко вперед. Ну и чувствительность тоже чуть-чуть улучшаем. Ну и, собственно говоря, стартуем. Чего нам долго ждать? Да, встречаются вот сейчас на экране загрузки. Немножко, видите, цвет мигает. Ну, я думаю, это небольшая такая потеря. Вот видите, насколько детализированнее стала машина. То есть полигонов какое-то нереальное количество сейчас в машинах. Стало видно внутреннюю часть машин. Вот. Ну, дальше мы еще увидим освещение. Они тоже здесь поработали с ним. Оно стало гораздо более приятным и насыщенным. Вот. И меня это, конечно, удивляет, удивляло в то время. И самая главная деталь. Обратите внимание. Это просто шарм придает игре. Вы гляньте на антенку. Просто это... И она еще и шевелится от напора воздуха. Это просто шик. Вот весь шарм этой игры именно в этих вот антенках. Вот. Да, кстати, я тут импрезу вот выбрал. Были разные варианты, еще сомневался, на чем ехать, но решил поехать на импрезе. Уж больно она хороша. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот уже что-то разбили. Если говорить непосредственно об тех временах раллийных, то у нас тут Макрей перешел в Форд, команду заводскую. Как раз в этом... Нет, не в этом, в прошлом. Игра, получается, 2000 года. Вот, и за Форд выступает. Ну, а мы вот его соперники в импрезе. И, кстати, насколько я знаю, и на моем канале есть подписчик, который разбирается в ралли хорошо, здесь, кроме имени Макрея, реальных имен гонщиков больше нету. Ну, да, конечно, с одной стороны, ну, как бы небольшой такой регресс, да, а с другой, ну, мне вот как человеку, не очень сильно разбирающемуся в ралли, ну, как бы, да, были бы здесь имена какие-то реальных гонщиков, но я бы не особо в них тоже шарил, поэтому мне практически без разницы. Конечно, кто в этом разбирается, тем, ну, как бы, может быть, даже обидно. Вот, мне же не особо. Ну, а так, если говорить о меню, вот, то, что мы наблюдаем перед собой, оно практически не изменилось. Ну, так они, естественно, перебросили, перетусовали в разные углы. Теперь у нас в правом верхнем углу время и ну, допы обозначены. Также красным обозначено цветом, если мы проигрываем, зеленым, если отыгрываем время. Вот. А, и еще, что поменялось, это повороты.
Повороты теперь обозначаются, ну, наоборот. То есть в первой части у нас число 6 означало самый жесткий поворот, да, шпилька практически. Здесь же наоборот. Я помню, что мы когда, опять же, с Лехой во вторую часть играли, это к этому приходилось привыкать достаточно долго, потому что привычка — это большое дело. И пришлось, да, переучиться. Это примерно как с правого руля на левый пересаживаться или наоборот. Будешь путать там, где у тебя дворники включаются, где поворотники. Вот типа того. Тоже. Ну, сейчас я уже немножко приучился к этому делу, потому что я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай. Главное не застрять. Главное не терять время, ладно. Ну, зато посмотрим на... Смотрите, модель вот повреждения. Она здесь, кстати, тоже прокачалась очень сильно. Вот, машину можно здесь гораздо больше разбить, чем в первой части. Так что, если возвращаться к табличкам, к этим, то я перед записью потестировался. О, ну вот тут, да, в поле можно уехать. Потестировался, чуть-чуть привык к физике к местной, она тоже изменилась. Такая, на мой взгляд, стала чуть более тягучая. Вот, но... Ну и привык вот к этим поворотам, к табличкам. Так, ну, пока идем неплохо. На первом этапе мы третье место заняли. Тут вышли на первое. Ну, правда, и Макрей второй. Но, в общем, в зачете пока некий Эриксон лидирует. Но он наш напарник по команде. Так что, в случае чего, пропустит. Шучу, конечно. Так, и вот у нас сейчас... А, система здесь починки поменялась. То есть, вне зависимости от того, насколько ты разбил машину, эта запчасть меняется. Вот видите, фиксировано там, вот указано внизу, сколько минут потребуется. Также нам дается час. Вот, ну и, конечно, починим сейчас самые такие главные узлы. Наиболее... наиболее ответственные за скорость. Вот. Ну и за сброс, конечно, скорости. Я про тормоза. Потому что тормоза тоже очень важная часть. Так, 4 минуты осталось. Ага, выхлоп, да, у нас есть. Ну все, вот нули. И здесь общее время. То есть получается, если мы не... Ну вот сейчас потратили все время, и перенастроить машину уже не получится. Так, что у нас тут? Третий этап. 2 часа дня. Также гравий. Время вон. Написано time of day. 16 часов. Я вот не помню, будут ли здесь ночные этапы, если честно. Ну, не помню. Да, по-моему, должны быть. 3, 2, 1, go. Финляндия мне всегда нравилась. Она... Ну вот своей скоростью из этого, это ее и сложность, как бы, потому что на большой скорости стоит чуть-чуть ошибиться, и вот так вот просто правую часть машины разбиваешь. Да, кстати, я вот, вернувшись скорее, прикупил себе Dirt Rally. Мне, пока я там находился в Корее, мне все уши про нее прожужжал корефан мой. Ну, те, кто уже на канале достаточно давно, знают его. Это Базилио. Вот, мы с ним стримы вели. Ой, какой короткий этап, ничего себе. Вот это, да? И мы, кстати, не первые. Но отрыв, благо, совсем небольшой. Ладно, интрига сохраняется, самое главное. Второе место. Так, давайте посмотрим. О, а в личном зачете мы вышли на первое место. Отлично. И Макрей вышел на второе. Вот, сейчас пойдет борьба между двумя титанами, так сказать. Между двумя чемпионами мира, не побоюсь этого слова. Вот. Ну и, в общем, старательно прокачивал меня Базилио по части Дирта.
Ну и все-таки прокачал. Не, ну если серьезно, то игра, конечно, очень качественная, классная игра. Я очень рад, что они вернулись к реализму, к хардкору. Игра сложная. И я ни капельки не жалею, естественно, что я ее купил. Великолепная игра. Если что, я версия у меня для PlayStation 4. А на компе она вышла, конечно, гораздо раньше. Еще в 2015 году. Вот, но выглядит она хорошо. Вот. Поэтому сейчас потихоньку тоже меня начал ездить. Вот. Но до выхода Дирта, я считаю, Колин Макрей именно вторая часть была лучше. Несмотря на то, что она, да, графически устарела, конечно. Но... Да все равно, вы гляньте, как она выглядит. Она все равно, даже сейчас, на мой взгляд, очень хорошо выглядит. Вот эффекты, да, появились. Смотрите, вот из-под колес камни летят. Настоящие камни. Они даже, по-моему, трехмерные. Классно, конечно. Молодцы. Коудмастеры. Вот. Какие повороты интересные. Чем еще мне Финляндия нравится, действительно, что здесь, по-моему, нету вообще шпилек и таких вот поворотов, ну, резких. То есть она такая... Прямых участков тоже вроде не особо много, но за счет скоростных поворотов... Смотрите, одни шестерки, пятерки вот у нас. Ой, четверка вот. Да, да, да. Ну, только я сказал, вот тройка появилась, да. Вот, и поэтому... Хорошая такая трасса. В те времена, когда мы в нее играли на моей первой Соньке с Лехой. Ух, какой отрыв! 12 секунд, отлично. Отрываемся от Макрея. Я играл на компе во вторую часть, но. Нет, все-таки не в то же время, а чуть позже. В году, наверное, где-то так, в 2003-2004, да, у меня уже тогда был комп. И я не помню почему, толком сейчас даже объяснить не смогу вам. Но я помню, что она мне не понравилась на компе. Она, скорее всего, я даже не помню, какая графика там. Скорее всего, да, графически она, конечно, выглядит там лучше, но... Но она мне не понравилась. Вот. Чем-то она не зашла. И... Поэтому у меня, наверное, и впечатлений о ней вообще никаких не осталось. То есть, вот, первая Сонька, да, потому что... Я много на ней играл, часто, как бы. И... Так. Осталось 14 минут. Чё бы такое починить? Наверное, может, драйв-шафт лучше. Да, ну, часа, конечно, не хватает. Хотя, в принципе... А я вот что-то забыл. Где тут? А, вон еще ж полоска есть, ё-моё, я совсем забыл, да. Что тут в полоске-то указано, насколько мы разбили ту или иную запчасть. Я что-то про нее совсем забыл. Так, это, по-моему, 5-6 этап последний у нас будет. Как я вижу, ночи нету. А нет, вы гляньте-ка, вон Day 2, Stage 6 из 8. Здесь аж 8 будет. Это даже еще не последний ремонт у нас. В первом-то Макрей там было у нас по 6 этапов, и 7 было только там, где был суперспециальный участок. Ага, здесь дольше сделали раллийные этапы, да? И, кстати, немножко еще пару слов о Дирте. Уж простите меня. Мне там что еще нравится, что там удлинили спецучастки. Там, ну, здесь... В среднем, видите, мы едем где-то, ну, около 3 минут, да. Ой-ой-ой-ой-ой, заговорился, блин, думал направо поворот там. Перекресток такой. Вот, о чем я и говорю, что-то. Отвлекся, отвлекся. И... Блин, я забыл, что я хотел про Дирт сказать. В Дирте, кстати, там вот эти перекрестки вообще как-то так
сделан, и я часто улетал не туда, куда надо. Ну, в современном дирте. Но постоянно поначалу в перекрестках этих, блин, путался. Там еще штурман говорит на русском языке, и он такой тупой, просто жесть. Не всегда вообще такое впечатление, что он иногда стенограмму берет, вот просто какую-то, я не знаю, не с того участка, не с того ралли вообще даже. Читает ее и там вообще не совпадает. Что он говорит? Поэтому... А вот эти вот символы, главное, которые сверху показывают, там тоже, там они, ну, всегда, в принципе, правильно показываются. Поэтому там, знаете, это, по знакам приходится ехать, не по звуку. Вот здесь я еду, сейчас я стараюсь, ну, голос слушать. Мне привычнее по голосу. Ну, услышал вот 5, да? Чтобы, во-первых, взгляд вверх не поднимать. Ой, хорошо, что не завертело вокруг дерева. Пока нам везет, кстати. Я Финляндию боялся, что скорости большие, я думаю, стоит здесь куда-то чуть-чуть улететь, немножко ошибиться, и прям машину разобьешь очень сильно. Ну, пока, тьфу-тьфу, везет. Вот. А если опять немножко вернуться к дирту... Так, давайте сейчас... Макре опять второй. В общем, зачете вы гляньте, мы его уже опережаем достаточно серьезно. Почти на полминуты. Так вот. Если вернуться к дирту, то там не получится ехать, слушая своего штурмана, потому что он частенько там тупит. И вот приходится ехать по символам, по знакам. О, уже спойлер разболтался. Ну, точнее, он уже давно разболтался, просто я обратил внимание только сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй, опаньки! Вот и... Ну нет, это не крыша была. Нет, это была не крыша. И смотрите, антенка еще живая. Это самое главное. Самое главное, жива антенна. А, смотрите, разболталась у нас. Ух ты, еще и лидируем. Вообще отлично. Багажник пытается открыться. Кто-то пытается оттуда вылезти. И бампер расшатался. Ну, да, здесь гораздо более подробная модель повреждения. Отлично. Наращиваем свой отрыв. Вот когда едем возле елок, меня это всегда нервирует. Во-первых, обзор закрывают. Во-вторых, стоит чуть-чуть вылететь за пределы трассы. Все, там деревья. Все, гонщики больше всего, конечно, деревьев боятся. Чтобы не улететь в деревья. Потому что там костей не соберешь. Вот, блин, тоже развилка была. Тут надо внимательно, конечно, слушать своего штурмана. Кстати, голос, по-моему, тот же, что и в первой части. Это... Ну, в общем, те, кто знают, я не в курсе, но в первой части, по-моему, это настоящий штурман был, который был с Макреем. А вот здесь, ну, раз голос похож, я так понимаю, что он же, наверное, озвучивал. Те, кто знают, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну, прежде всего, я, естественно, на... Алекса Вульфа, надеюсь. Он у нас тут самый главный спец по раллийным гонкам. Так, ну что же, мы потихонечку еще продолжаем отрываться от Макрея. Так, этап 7, этап 8. Опа, 21 час, смотрите. И это, скорее всего, уже ночь будет.
ну как бы темно. Так что вот, это нормально, что мы делали отрыв себе сейчас. Потому что ночной этап, черт возьми, это непредсказуемая вещь. Там можно мало того, что все растерять, еще и в минуса выйти. Да, вот видите, внизу полоска, я что-то подзабыл о ней. Она показывает, насколько разбита та или иная деталь. Поэтому мы сейчас посмотрим. Драйв. А, уже времени нет, да? 6 минут осталось. Мы можем, что, 5. А, ну выхлоп. Выхлоп. Электрика. Ладно, хрен бы с ней. Лампочки не будут гореть. Хотя на ночном этапе, блин. Ну, тут благо это все-таки разработчики пошли на смягчение, и тут нельзя разбить машину так, что у тебя фары совсем потухнут. А в Дирте в новом можно, и это вообще такой жестокий ход. Ну, в смысле, это, конечно, естественно, реально все, но если, не дай бог, разбить обе фары, то никто там тебе... Блин, сразу закосячился... дополнительного света не даст, фонарика там какого-то или еще чего-то подобного, и там в полной темноте приходится ехать, и это кошмар. Там как-то ухищряться приходится, там искать угол обзора на монитор такой, чтобы было видно больше как-то. Вот, либо там яркость как-то выкручена. Ой, блин, ой! Ох, как повезло, что кто не перевернулся, нет, блин. Вот о чем я и говорил. Большая скорость, еще и трамплины. Опасно, опасно очень. С одной стороны, захватывающий, конечно. Прям вот реально адреналин бьет через край. Но и опасно очень, не дай бог. Стоит немножко не так уйти в поворот. Просто улетаешь. Кстати, нам механики на что-то, я не знаю, ну может времени это не заняло как-то там, чиня выхлоп или что-то в районе кормы нашего автомобиля, починили немножечко и наш этот самый багажник, да? Ну, привязали его, наверное, тупо веревка, чтобы он не болтался, вот. Потому что, ну, как вы помните, он у нас расшатался малость. Ох, искру вышибаем. О, краем глаз заметил, что Макре идет не вторым. Хорошо. Это всегда классно. Так, ну в итоге 4 секунды практически еще отыграли. Надо как можно больше делать задел перед ночным этапом, потому что, как я уже сказал, это такая непредсказуемая вещь. Ой, что просто кошмарики. Как вылетел. Так, ух ты, отлично. 37 секунд отрыв перед последним этапом, по всей видимости, ночным. Да, так, делаем тогда вид с капота. И это очень ответственно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, опять повезло, что мордой не воткнулся. Времени почти не потерял. В общем, здесь задача не выиграть. Здесь задача не проиграть очень много времени. Ну, в общем, я так считаю, в пределах 10 секунд, если проиграю, это будет успех. Если честно, аж руки немножко дрожат. Блин, ненавижу ночные этапы. Очень интересно. Концентрация полнейшая. Мне бы сейчас заткнуться. Просто сосредоточиться на трассе. Но, блин, я же не могу так. Ё-моё, я отыграл, по-моему, даже время. Вижу там зелененьким. Оп!
Не, Финляндия, конечно. Крутой этап. Ага, в лидеры вышел. Вот это да, ночью, ребята. Это прям как было в Великобритании, помните, в первой части. Не ожидал я там победить, очень не ожидал. Также, в принципе, победы в ночных этапах. Ладно, о победе пока не говорим. Макрей на втором месте. Черт! Ох, думал, улечу сейчас в деревья. Блин, ночные этапы. На ночных этапах концентрация должна быть гораздо больше, ребята. Это просто кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как аккуратнее, уже ж финиш, а я лидирую. Так, не думать, не думать, не думать о лидерстве. Ну, прыжок же вроде делаю. Ай-яй-яй-яй, ну перед самым финишем, да что ты будешь, ну кто здесь этих елок понасадил, а? Выпилить срочно. Есть, есть, победил на ночном этапе. Еще и секунду привез. Ух, вот это да, я ж взмок, честное слово. Ой, ну что, ладно, ребята. Есть победа, начинать с победы всегда приятно. Да еще и 40 секунд привести грозному Макрею. В общем... Приятно было снова с вами пообщаться, так скажем, заочно. Рад, что я вернулся. Вот, надеюсь, вы тоже рады. Сейчас будем проходить Колина Макрея второго. Может быть, параллельно еще что-нибудь буду проходить. Так что оставайтесь рядом. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующей серии. Так, а чё за фаербол? Чит какой-то фаербол. Чё, магия появилась во второй части? Я вот этого, если честно, не помню. Пишите в комментариях, чё за фаербол. Не помню вообще. Всё, всем пока-пока. С вами был Скудер. Увидимся в следующей серии.